Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления, установленный указом президента. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. В честь этого события для шестиклассников городской средней школы Калязина провели экскурсию в администрации района. Первый пункт посещения – кабинет единой дежурно-диспетчерской службы. Именно сюда стекаются все звонки и информация, поступающая от специальных служб района. Интерес у детей вызвал монитор с видами общественных мест с видеокамер города. Когда вы будете гулять, мы вас будем видеть. Машите нам рукой. Передавайте привет. Далее ребята прошли в кабинет начальника финансового управления администрации района, где им рассказали о том, что такое бюджет, как он формируется и как расходуется. Затем юридический отдел, где школьники узнали, что главным регламентирующим документом на территории района является устав Калязинского района. Кто знает, какой самый высший закон в Российской Федерации? Конституция, молодцы, конечно же. Может быть, вы помните, в каком году она была принята? 93-м, молодцы, хорошо. Затем класс прошел в кабинет главы района. Константин Ильин рассказал о своей работе и органов местного самоуправления. Особенно ребятам было интересно узнать, как начинается рабочий день главы и сколько он длится. Что нужно уметь и знать, чтобы работать на такой должности. С утра я принял главврача больницы, у меня вопрос с интернетом надо было решить. Потом собрал совещание по генплану города Калязина, у нас завтра рассматривается генплан города Калязина, изменения. Вот, и там было там коррективы какие-то внести. Потом мы провели совещание по летнему отдыху, готовимся, и загородные буревестники, и дневные лагеря. А потом пригласил подрядчиков, которые будут ремонтировать дороги в этом году. Да, с ними провели совещание, чтобы они уже план графики предоставили, какие сроки будут. Завершилась экскурсия в отделе пресс-службы и информации. Школьникам показали образцы полиграфической продукции, которая сдается администрации. Это различные баннеры, плакаты, памятники, листовки, открытки к праздникам для ветеранов и людей старшего поколения.